Главное, как сохранилось. А каргачи, это рядом приходится пацаны. Окей, да. Или отсюда смотришь фотографию? С окна. Смотри, как параван, который попадает в горная река. Тут почему-то есть там форель водится, курение. Но... Курение. Но... Ну что, там где на углу прямо. А, вот так. Там такая выпуклая часть, видишь? Да, есть, да. Да. Что это? А, ну дурара, как все. Балкончик. Я только подумал, думаю, это скажу, туалет. Ну, совсем. И смотрите, когда царская особа выходила сходить в туалет, несколько лучше там выходили, поднимите на бедар, чтобы враг не подкрасил, не подкрасил. Даже в туалет сходить было не так просто. Там было дупло. Видела, что там как гнездо какое-то. Никто не задал мне вопрос, чем скрепляли камни, да, что за раствор? Желтого цвета особенно, да? Желтого цвета раствор, да, глина и яйцо. Да, потому что часто. Потому что очень клейкость хорошего яйца. Но смотрите, я читал такую информацию, что оказывается кипчаки, половцы, когда строили свои крепости, они в глину и раствор еще добавляли волос от конского хвоста. Это арматура тех времен. Молоко тоже слышал я, да. Но вот именно волос конского хвоста придавал особую прочность. Но у нас не добавляли. Можете пофотографировать. Дурак. Смотрите, точная дата основания крепости неизвестна, но то, что до сегодняшнего дня сохранилось, вот эта верхняя цитадельственная башня и нижняя оборонительная стена, датируется 10-14 веками. Он штурмом берет эту крепость, но потом не было, шурки усиливают натиск на крепость, и не было подмоги ни со стороны Российской империи, ни со стороны других регионов Грузии, и, к сожалению, Эреклу пришлось отступить. Но он ничего не оставил в крепости, то есть он унес продовольствие, боеприпасы, все его слепил. Вот на этой территории даже еще церковь была, но не та, которая вот 10-го, 14-го века стала. И вот там, смотрите, базальтовый камень, еще окна, видите, здесь стоит. Остальное, в принципе, все оригинал. А вот, смотрите, при царице Тамар был. Такой класс, знаете, тоже древнегрудинский флаг, тоже корона, то есть монархическая власть, и вот пустыня, это христианская семья. А это я объясню. Давайте сейчас. Воды, к сожалению, тоже нет, он там два купола. Ага, да, да. Ну что, пошли дальше? Они сами построили, и типа цвет они продали. Ну, в смысле, именно национальный. Я знаю гостей, которые там охотятся на эти концерты, следят там за их графиком, да, и когда они здесь проводят концерты, они одновременно и грузию смотрят, и на концерты. Ну, уже, наверное, нам.